Килослай. Итак, давайте продолжим нашу игру Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Про Ларису Крофт. Я прошел некий пролог. И вот у меня второй уровень. Я просто не могу сдерживать себя, чтобы не поиграть в нее. Не знаю, это супер игра. Я все Tomb Raider люблю, даже те, которые были неудачными. Я обожаю Лариску Крофт. Да и вообще все супер. Я сейчас, когда мы начнем, постараюсь особо не комментировать, но иногда мои эмоции зашкаливают, и я буду их выплескивать прямо вот так. Это я сказал только что на каком-то языке. Итак, приступим, давайте. Что-то было про это. Сказано, что гробница скрыта в скалах над одним из забытых городов. В легенде упоминается оазис, в котором был похоронен пророк. Невероятно. Что-то вроде указателя. Целиком перевести не могу, но это... слово... пророк. Выходит, папа был прав. Здесь он исцеляет людей. В отцовских записях это упоминается. Каковы чудеса пророка из Константинополя, бесчестно убитого орденом Троицы? Вот пророк разговаривает с чужеземной армией. Он убедил их сложить оружие. Провел своих учеников через пустыню к оазису. Ее нигде не видно. Погибла наверное. Ладно, пошли. Константин велел пробиться в гробницу до заката. Они ищут гробницу. Надо найти ее раньше них. Я подзабыла греческий, но
Он указывает на что-то спрятанное неподалеку. Я помечу место на карте. Потайной вход. Потрясающе. Вот бы папа видел. Надо попасть внутрь. Орден Троицы неумолимо преследовал пророка и его учеников, пока не настигли их в укромном оазисе. Путь внутрь. Черт, чтоб тебе.
Тут была битва. Вооруженные солдаты против пилигримов. Орден Троицы. Пророк убит Орденом Троицы. Сын мой, Орден Троицы получил весть о том, что последователи пророка воздвигают великую гробницу. Место ей в оазисе где-то недалеко от Берей. И что печалит больше всего, мы думали, что нечестивцы строят гробницу своему идолу. Но теперь Троица убеждена, что пророк жив. Все больше местных жителей стекается к нему, чтобы послушать лживые басни о том, как он преодолел смерть. Еретик и лжец, присваивающий себе чудеса, нисходящие единственно от Всевышнего. Ты клялся, что он мертв. Неужто ты подвел нас? Как же мне подняться? Может, если повысить уровень воды?
Пусти внутри. Милорд, то, что вы говорите, невозможно. Я своими руками вонзил копье в грудь пророка. Я видел, как он умер. Уверен, что его люди просто обредили в старые одежды нового шута. Они в бегах, сломлены. Никто им больше не верит. Мы отправимся на юг и предадим остатки нечестивцев мечу. Но пророк мертв, могу в этом поклясться. Пусто. Тут пусто. Нет. Нет. Что же я упустила? Ставьте заряды! Саркофаг пророка. Наконец-то. А реликвия? Внутри. Даст Бог. Открывай. Осторожно. Это может быть крайне опасно. Да!
Вы кто такие? Ты же баба умная. Сама поди уже догадалась. Троица. Где реликвия? Я не понимаю, о чем вы говорите. Не шути со мной. Ты привела нас сюда. Слушайте, когда я пришла, там уже было пусто. Никакого тела и уж точно никакой реликвии. Лара! Мне столько нужно тебе рассказать, я не... Ты нашла гробницу пророка? Да, но за мной следили. Что? Кто? Они зовут себя Троицей. Пытались меня убить. Какого черта тут происходит? Ты меня пугаешь. Гробница была пуста, но я думаю, они искали святой источник. Артефакт, который искал твой отец? Это не все. Я нашла в гробнице этот символ. Я его видела раньше, только не помнила где. Тут меня озарило. Я видела его тут, в папиной книге. Послушай. Затерянный Китежград. Якобы он исчез где-то в Сибири в 12 веке. По легенде, накануне вторжения монгольских орд он опустился на дно озера. А при чем тут артефакт пророка? Тот же символ. Лара. Если святой источник находится в развалинах Китежа, то я должна отправиться туда. В Сибирь? Шутишь, что ли? Ты представь, если я действительно смогу раскрыть секрет бессмертия, это же революция. Болезни, страдания, смерть в прошлом. Ты вообще себя слышишь? Иона. Мы столько вместе пережили. Ты же знаешь, что это может оказаться правдой. Да мне плевать! Я уже стольких потерял. Не хочу и тебя тоже терять. Папа так и не догадался про Китиш. Он от всего отказался ради этого. И от тебя. Перестань себя винить в том, что случилось. Он сам так решил. Я не могу его подвести. Это все, что у меня осталось. Неправда! Остановись хоть на минуту, и, может быть, поймешь это.
Иона? Что же нам делать? Я привела их к нему, Иона. Если святой источник существует, мы должны найти его первыми. Значит, теперь... Надо найти убежище.